Приветствую вас, если в общих чертах, то мне видится история такая, что мужчина расстался с вами совсем не потому, что была ссора, а мужчина расстался с вами потому что ему было некомфортно с вами, вот, находиться, на мой взгляд, то есть вот в той форме общения, та форма взаимодействия, которая у вас была, да, та форма взаимодействия, она его не устраивала, вот. К сожалению, вот. И, соответственно, он захотел как-то вот, по-другому себя почувствовать. Как бы не обязательно с вами, да, но хотел. То есть, возможно, ему, слишком было в напряг с вами взаимодействовать. Такое, в принципе, тоже может быть. Вполне. Вот. То есть, мне видится история именно такой, именно такая, точнее. Вот. Что мужчина просто вот, он вам не дорожит, это вы ему дороги. Вот. Но, как бы, насколько комфортно ему и выгодно ему, а не вам, к сожалению. Вот. Мне видится так. И придумывать здесь особо нечего. Ну, именно придумывать здесь особо нечего. Нет каких-то секретных мотивов у него и так далее. Если бы вы ему были безразличны, он бы с вами, скорее всего, не взаимодействовал бы вообще. Ну, потому что, да. Потому что он бы с вами не взаимодействовал. Вот. Раз он взаимодействует с вами, скорее всего, ему это нужно. Вот. Раз он не хочет с вами встречаться, понимает, что вы от него будете требовать большего, чем он может дать. Вот. Вот так. Было бы идеально рассмотреть момент, связанный со ссорой. Для чего вы поссорились? Было бы идеально рассмотреть момент, почему вы идете на сближение,
Первое. Три раза причем. То есть такое впечатление, что вам, знаете как, ну, ни много ни мало, больше всех нужно. Вот. То есть это, конечно, скорее негатив, чем позитив. Вот. Ну, в данном случае. Вот так мне видится история. Такой мне видится история. Такой мне видится ситуация, которую вы описываете. Вот, я, конечно, не берусь здесь судить наверняка, да, не берусь судить наверняка. Но мне кажется, что такая история, такой момент. Вот. А вы пишете, что отношения мне здесь вряд ли нужны, меня тяготит, так и остались. Ну вот, что именно тяготит, да? Нужно разбираться. Что? Значит, конкретно вас тяготит. Вы считаете, что люди могут расставаться по-хорошему? Могут расставаться по-хорошему. Но не все. Не все. Кто-то может, кто-то нет. Вот. В вашем случае, судя по тому, что вы пишете, да, в вашем случае, ну, не получилось. Не получилось расстаться по-хорошему. К сожалению. Ну, что поделать. Почему вас это задевает? Большой вопрос. Собственно, с чем и нужно разобраться. Почему меня тяготит то, что мы так и настали? Здесь я склонен согласиться, с мнением коллег, вот, о том, что вы лукавите. Скорее всего. Вот так, в принципе. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Значит, опять же, вы говорите, что отношения вам вроде как не нужны. Вы говорите, то отношения вам вроде как не нужны. Но при том, что отношения вам не нужны, вы делаете шаг вперед. По направлению к человеку. Так точно ли вам отношения не нужны? Понимаете, какая штука? Вот. Это, мне кажется, важная история. Вот, потому что, вам нужно определиться с тем вообще, да, чего вы хотите для себя, вот. И вот, и вот когда вы
Определитесь с этим. Вот тогда будет уже понятно. Я думаю, так, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.